Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Сборная области, чемпион России по гребле на драконах. Самарцы выиграли бронзовые медали чемпионата мира по футболу. Сборная России по футболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира среди слабослышащих спортсменов. В Италии отличились и самарцы Сергей Доркичев и Роман Мафтиуца. За призовые места играли 16 команд, по две лучшие из четырех групп вышли в плей-офф. На групповом этапе сборная России одержала 3 победы из 3 возможных. Сборная Самарской области, чемпион страны по гребле на лодках «Дракон». Спортсменам удалось выиграть в нескольких дисциплинах и на трех дистанциях – 200, 500 метров и 2 километра. В категориях мужчины, женщины и миксты. В итоге самарцы поедут в составе сборной России на чемпионат мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.